Приветствую всех на моем канале. В данном видео хочу продемонстрировать новый улучшенный вариант голосового управления устройствами Sonoff. Теперь с каждым устройством можно связать несколько управляющих голосовых команд. Например, Sonoff Mini можно включать или выключать по фразе «Mini» или «Свет в ванной». Как вы видите на видео, «Включи Mini». Включи свет в ванной. Аналогичным образом выключить. Выключи мини, выключи свет в ванной. Сейчас я вам это продемонстрирую. Алло, Бордо. Слушаю, хозяин. Включи мини. Команда «Включи мини» выполнена. Алло, Бордо. Слушаю, хозяин. Выключи мини. Команда «Выключи мини» выполнена. Алло, Бордо. Слушаю, хозяин. Включи свет в ванной. Команда «Включи свет в ванной» выполнена. Алло, Бордо. Слушаю, хозяин. Выключи свет в ванной. Команда «Выключить свет в ванной» выполнена. Алло, Бордо. Слушаю, хозяин. Включи свет в коридоре. Команда «Включи свет в коридоре» выполнена. Алло, Бордо. Слушаю, хозяин. Выключи свет в коридоре. Команда «Выключи свет в коридоре» выполнена. Также можно управлять яркостью диммера. Например, мы задаем «Включить». Диммер на 100, ну, или включить или выключить диммер на 10. Это для наглядности. Алло, Бордо. Слушаю, хозяин. Включи диммер на 10. Команда «Включи диммер на 10» выполнена. Алло, Бордо. Слушаю, хозяин. Включи диммер на 100. Команда «Включи диммер на 100» выполнена. Алло, Бордо. Слушаю, хозяин. Выключи диммер. Команда «Выключи диммер» выполнена. А еще можно запрограммировать на обычные фразы. Например, «Сколько время?» Алло, Бордо. Алло, Бордо. Слушаю, хозяин. Сколько время? Двадцать три часа семь минут. На этом все. Поделитесь этим видео, подпишитесь на мой канал. Всего вам доброго.